Эксилк, расскажи, пожалуйста, как ты попал в команду Гамбит? Мне кажется, чуть-чуть, ну, повезло, можно сказать. Я после моей последней испанской команды, тренер Dragon Army со мной, ну, как бы контакт, ну, поговорил со мной, решили пробовать меня, пробовал там в Dragon Army и в Team Justice. И после этого как бы все другие команды узнали, что я русский, но я имел контракт с Исуба, это чешская команда. И после чешской команды у нас были нормальные результаты, мы много играли против русских команд и обычно выигрывали. Короче, видно, что не очень Гамбит был интересован на каком-то новом русском мидлейнере, который бы играл по-разному, чем Кира. И видно, я хорошо как бы сюда и подошел. Ты говоришь, что у вас с Кирой отличается очень стиль игры. Можешь описать, в чем выражается твой стиль игры и в чем отличительные черты по сравнению со стилем игры Киры? Разница, я имею, у нас разный чампул, я играю больше агрессивные чемпионы, более, ну, которые сами на себя играют, команда как бы им пофиг. А Кира играет для команды, он очень умный человек, он помогает как бы команде, даже если, ну, плохой драфт там или плохие, ну, не те чемпионы взяли, как бы, они с Кирой могут выиграть. Если бы сейчас здесь находился АТР, как бы ты мог его убедить выпустить тебя на следующую игру? Ну, АТР, ты мне украл последнее пиво, пожалуйста, дай поиграть.